Вот сегодня у нас 7 июля 2017 года. Приехали из Зонова. Вот, пожалуйста, тут. Вот парень приехал, Владимир, из Италии. Там работают. А эти с Горного Алтая. И укрепляют. Пришел Роман, прожег здесь отверстия, вот наклонных этих. Но одно отверстие оказалось маловатое. Туда шестерку пропустить. Сейчас Володя еще придет, что-то принесет. Вон он убежал за сверлом. Ну, раз тут сварка была, говорят, уже не пробить. Ну как ли это, не знаю. Там Володя. Это находится наша голубятня. Чтобы она не упала, надо вот эти наклонные стойки закрепить к столбам. Вот одну закрепили, завернули уже. Вот. Теперь эту вторую. Если из этого подтягивать, можно ее выровнять. Вот. Приехал Кирентий. Косит. Как у него тут пойдет? Тут большая трава. Почти в подбородок у них. Вон трактор, его видно, сколько он колеса скрывает. Еще барабаш это забирает, косит и забирает. Это вот банки около колоса заливают. Подогревается и растаскивает, что-то поливает. Вот здесь Володя, Зонов, Женя. Вот они что-то тут маракуют. А там наверху вся работа остановилась. Роман прожег отверстие, но оно оказалось маловатое. Не проходит. Ну, сейчас попробую. Это Николай, отец. Зоны. Думаю, здесь поселяться, выбирают место. Хорошие люди. И все может, и верующие. Вот таких людей, конечно, ценить надо. Траву косим, красота какие-то интересные, колесики прыгают. Ну, шарик обкосили конуру-то почти рядом. Он там старощинное гнездо, он под него прячется, вырыл себе двойной борсущий ход. Просто, значит, как Хёркинг. Вот значит, что мы солдаты. А ведь сало под шоском. Голубей вчера перед вечером я увез туда 31. Это они сейчас у меня все на второй голубятне. Потому что опасность стала, что упадет эта башня. Ее ветром сдвинуло, буря прошла. Вот тут они как раз и живут сейчас. Я сейчас покажу, где у них леток. А внизу, там не видать. А эта кошка, которая ела голубей, опять пришла. Ну, ходу нет. Володя забил, дал 100% гарантию.
Вот прозаехал Терентий в нашем огородчике тут. Вот тут гараж для газели. Он выкосил. И сколько грачей поналетело, видать, там разные кузнечики. Но городской житель, где он это увидит? Полюбуйся с нами вместе. Вот она, говорит, считает, гращи прилетели. Вот они, гращи. О! И больше 20 минут был. Выкосил все. И вот соседний участок у балерины. А наши там продолжают делать. И похоже, что нас заканчивают. Обколачивают, чтобы подтянуть. Вообще, не люблю слово «мечтал», это неправильно. Ну, знал, что не сделать ничего. А вот здесь оказался и человек нужный. Женя! Отойди с той стороны, вот сюда перелезь. Посмотри, где им подтянуть надо. Сазонова Женя, юноша. Горного Алтая, вот ищут сейчас место, подбирают, где Потеряевки быть. А это вот приехали с Кемеровской области, Богачевский, с женой. Это не его жена, это с этой Королева с Канады. А это его ребенок. Вот они сейчас там натягивают. Николай! А! Володя! Они не слышат. Когда натянете, тогда и эту натяните. Поравняйте две, чтобы обе подтягивайте. Крутите обе. Та сторона, которую они делают, она явно больше сюда выступает. То есть он завернут вот так. Завернут. А сейчас они подтянуть могут? Могут. То есть эта часть осталась на месте, возможно, даже, а та ушла, завернулась. О, какой коршун. О! Что, обедать? Сейчас они заканчивают и придем мы. Ну пусть маленько подождут. Тут очень концовка идет. Братья куда-то отправились. Да чего же интересно делать? Даже не выскажешь. Птицы летают, как ласточки вылетают. Это все в сенях. У Устинова Володи, кажется, 8 гнезд ласточинных. 8,5, 40. 40 ласточат уводится только в прихожей. Прихожая такая, она длинная, где дрова, там баня, все находится. Вот так. Вот у нас повалило. Ну, повалило. Ну, она старая. И она рухнула в нужном направлении. И ни провода не повредила. У нас провода вон идут туда, на лагерь, где был. Так, подождите, ребята. Иди сюда. Так, что хотел? Дядя Никита ведет нас купаться. Искупаться? Да. А поели уже? Да. Давайте, всех собери только, ребятишек. Да. Пошли купаться. А потом пойдем, здесь нас просили собрать клубнику. Да, и я пойду за шариком. Шариков взять, да? Взять обязательно. Бери шарика, бегом, не бойся. Ну давай. Ты в своей Канаде-то босиком не походишь. Это Егор первый. А вот этот он синеньким приехал. Это у нас Егор второй. Хороший мальчишка. Приятный такой. И Коля уже управляется. Коля. Никита повезет, поведет сейчас. Ну в городе куда ты поведешь? А здесь никого нету. Всякая зараза там везде. А здесь ничего нет, чистейшее. Вот она где. Вот сейчас покажу дальше. Это я стою вплотную к нашему дому, где я живу, скворечник. Вот он какой. В виде скворечника. И одновременно, ну тут, я не знаю сколько-то,
15 квадратных метров с кухней совсем, есть или нет. Может, даже и нету. А вот эта пристройка, вот она какая. И она вокруг идет. Я принимал здесь 60 человек сразу. 60 за столами одновременно сидит. Пресс-конференции были, приезжали корреспонденты. А смотреть с виду, ну, махонький такой. А вот расширенный за счет и столы, и там все есть. Вот оно как повалено. Рухнуло. И рухнуло куда там? Ну, яблоньки были. Вот повредило оно тут что? Бузину, акацию тут придавило. Клен. Ну, ничего. Вот они, ребята наши. Пожалуйста. Всех объединяет любовь Христова. Салют. Шарика, пошли купаться. Ну, сейчас покажу, как все выкосил Терентий. Это вот Шарикова конура. Вот. И рядом тут сорочинное гнездо. И он два хода сделал, там тенечек. Шипер стоит. И вот он там внутри, как барсук. Рядом чашка, свежая вода. Вчера только налил. А это вот теплица, вот этот колодец, вода. Такая, пьешь ее, как будто бы морозный воздух выпиваешь. Ну, настолько вода хорошая, вкусная, даже вообразить нельзя. Что? Сейчас надо между собой стянуть, да? А? Их между собой стягивать надо? Нет, между собой не надо. А уравнять где? Просто подтяните, насколько возможно, чтобы не порвать. Который дальше не дотянули, этот подтянете край, и тот. А тот нет уже, все. Все, там, ну этот все. Маленько, может быть, подтянуть. Там даже дерево заскрипело. То есть. Ну, вот это вот попробуйте еще несколько, крутнуть. А между собой вот эту вот... Столбы. Вот эту подкрутить. Потом столбы между собой поверху тоже слепить надо, все вместе. Как они поверху? Ну, вот вверху наши столбы идут с полу. Но. И вокруг обхватить проволокой их. Все четыре, что ли? Все четыре, между собой. Роман сказал так сделать. Вот. Пускай маленько подтянет. Давай воды должна подтянуть еще проволоку вот эту. Пошел показать и не дошел. Володя меня сбил. Это вот одна усадьба. А вон вдалеке дальше. Это лагерь. Бывший. Ну там все, строения остались. Видите, как оазис какой. Там дальше нигде ничего нет, ни деревца. Лагерь это своими руками садили. На навозной куче туда прививалось. Но все равно все сделали. Вот он зашел. Зашел на этой своей лесопилке. Как ее назвать? Косилка-то. И вот сколько он уже успел убрать. Все убрал. Это наша балерина стоит, моя башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. А это первая самая избушка в Потеряевке, как музей. Вот, это лабус, это у нас тестомес, все показываю, это благодать Божия дала. И там тоже все поломала буря, и березу сломала, и две лепины, но нигде ничего не повредило. Сломала и все, как будто так и надо. Все, Богу слава.